Они хотят изменить жизнь к лучшему, делать добро и помогать людям. Эти цели объединяют молодых людей из разных стран. Уже опытные волонтеры, а также те, кто только хочет постичь азы добровольчества, собрались в экопарке «Русский берег». Встреча волонтеров стала третьей и заключительной сменой международного лагеря стран БРИКС. Молодые лидеры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР общались, делились опытом и презентовали свои проекты. Если мы хотим создавать новые точки роста, то есть мы хотим, чтобы люди создавали новые проекты, чтобы какие-то у нас возникали новые точки вот этой международной коммуникации, то надо встречаться лично. Понятно, что это сложно, что все очень далеко, что огромная Россия, и лететь к нам далеко из там, Бразилии или там, из Южной Африки, из Китая, из Индии, страны БРИКС далеко от нас находятся, что поделать. Но все-таки тем ценнее, понимаете, тем ценнее, что кто-то приехал. Один из итоговых проектов, которые предложили волонтеры, создать волонтерский корпус, который будет работать на мероприятиях стран БРИКС. Но все же, помимо совместной работы, подобный международный лагерь – это прежде всего преодоление языкового и культурного барьеров. У меня мотивация – это прокачать свои навыки. Допустим, я учу английский язык, и мне актуально общаться с людьми и практиковать, потому что, как мы знаем, не нужно учить язык, чтобы идти в школу, нужно просто найти человека, разговаривать с ним, который его знает. К примеру, это моя была мотивация как раз-таки быть волонтером на международных мероприятиях. Кроме волонтеров, свои смены в лагере провели молодые предприниматели, которые работали над совместными бизнес-проектами, и дизайнеры, которые создавали образ будущего города БРИКС. Молодежный лагерь БРИКС прошел на самом высоком уровне. Это связано с тем, что молодые участники смогли, во-первых, подружиться между собой. Мы 100% уверены, что они сохранят свою дружбу, и их дружба перевоплотится в реализацию совместных реальных проектов. Кстати, город БРИКС стал одним из главных результатов месячной работы. Участники заложили камень нового умного города-парка и открыли верстовой столб. Также молодые лидеры приняли решение в следующем году провести конкурс «Топ-100 молодых предпринимателей стран БРИКС». А встречаться талантливые ребята планируют ежегодно. Анна Тищенко, Улправда ТВ.